Друзья, всем привет! Как и обещал, сегодня рассказываю о человеке, который меня мотивирует к тренировкам на протяжении уже многих лет. С 2013 года я знаю этого товарища. Вот сейчас я запускаю видео, вы пока смотрите на видео, а я расскажу. Это Юра Вышегородский, многие уже догадались, но для меня его встреча с ним была в 2013 году. Я вот сейчас порылся в своих записях ВКонтакте. Именно тогда я увидел его видео, как он стоит на руках, на гирях, делает стойку на руках, на гирях и отжимается. Вот примерно как он делает сейчас, только еще круче. И для меня это был тогда вынос мозга. Я впервые увидел, как это делается, и, в общем-то, понял, что это реально. Познакомился с ним, списался, пообщались чуть-чуть. Юра написал подробно, как он это все тренировал, стойку на руках и так далее. Ну, то есть, человек открытый, позитивный, живет в Швеции, много детей, хорошая семья. В общем-то, открыто рассказывает о своих тренировках. И мне кажется, вот смотрите, какая форма у человека. Вот его тренировка с ребенком. Юра тут еще молодой. Он и сейчас не старый, но тут совсем просто. Вот. И, ну, какие мышцы, какой пресс. Какая мощь. Это человек, вот, который тренируется натурально. Вот тут мне очень нравится форма. Что мне еще симпатизирует? Это человек, в общем-то, моего возраста, моего роста. То есть, в принципе, если бы я тренировался, я вот могу выглядеть вот так. И что мне нравится? То есть, Юра занимается теми видами, которые мне симпатичны. То есть, бег, гири, плавание, ну там борьба еще есть, ну борьбой я не занимаюсь, но тем не менее. Штанга, турник, то есть просто упражнение с собственным весом, растяжка, то есть, ну, красавец вообще мужчина, да? Вот, например, видео на пляже. Ну, какой мужик не мечтал бы сделать вот такую стойку на руках? Это ж круто. И обо всем этом Юра рассказывает на своем канале. Он рассказывает о том, как он питается, как он тренируется. Ну, в общем-то, никаких секретов. Только питайся и тренируйся, что называется. Вот интересная тренировка в формате пирамиды. Я думаю, мы как-нибудь с Юрием устроим какой-нибудь прямой эфир и сделаем нечто подобное, такие простые упражнения, доступные всем, но чтобы было интересно. Вот, еще у него есть классное видео, допустим, которое, сейчас я вот найду, гиря непрерывной серии, вот. Это видео собрало почти 400 тысяч просмотров, 7600 лайков, 1000 комментариев. То есть, ну, видно, что мужик красавец просто, да? И это в основном домашние тренировки. Тренировки, то есть это отягощение, собственный вес. Штанга у него там в солярчике стоит. И он честно рассказывает о том, как он занимается, как он тренируется. И, конечно, видно, что, ну, красавец, да? Тут нечего добавить, не убавить. Просто. Поэтому всем рекомендую подписаться на канал Юрия. Нас должно быть больше таких вообще мужиков, которые занимаются натурально, которые, ну, не выступают на соревнованиях, а которые просто для того, чтобы быть в хорошей форме. Здоровые, активные, крепкие. Вообще пора создать клуб таких здоровых мужиков. Поэтому, если у вас есть такие ребята, например, какие-то каналы интересные или ссылки ВКонтакте, то пишите в комментариях под этим видео. Сейчас YouTube, там эти ссылки активные попадает в спам, но я их все увижу и как-нибудь сделаю так, чтобы они были общедоступны. Ну, на этом все. Ждите следующего видео про эволюцию мою. А Юрию большой привет за все то хорошее, что он делает для нас. Вот таких вот, которые еще находятся в стадии эволюции. Ну и все, всем пока. До встречи.